При помощи типа Revolution MXP приходилось движение делать немного. Я играл долгое время типа Revolution MXP. Могу сразу сказать, что топ-спин слева делать Goldar 8 намного. Первый компонент, по которому мы будем сравнивать, это подрезка. Подрезка на столе. Теперь говорю, в чем разница. Поделав перекруты слева, сразу первый мув, которому мы будем сравнивать, это накат слева. В руках у меня DPS Gold Arc 8, которому я могу вам ее рекомендовать, это ее цена. Gold Arc 8 вы можете купить примерно по...